в путепровода выйти рис. Движение по правой стороне откроется уже в ноябре. Сейчас специалисты заканчивают работу. Всего готовности левой стороны в 2024 год. Ожидается, что с введением развязки пропускная трасса, пропускная способность трассы возрастет. Одноразовые пластиковые посуды в Приморье станет меньше. Ее заменят на биоразлагаемые, а пластик запретят. Использовать на всех краевых мероприятиях. Это поможет улучшить экологию в регионе. В селе по новому кровка появилась на площадке ГТО. Современными тренажерами и спортивным оборудованием. До конца года пополнится новыми тренажерами. Подобная площадка из села Лазок. Работы ведутся в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни».